Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 8, урок 16. Реши задачу. Чтобы попасть из села в город, нужно подняться в гору, спуститься вниз и пройти по ровной дороге. Подъем в гору составляет А километров. Путь с горы в 2 раза длиннее, чем путь в гору. И на 3 километра короче ровной дороги. Найди расстояние от села до города при А равном 2. Первое действие. 2 умножить на 2 – 4 километра путь с горы. 4 прибавить 3 равно 7 километров по ровной дороге. 2 – подъем в гору плюс 4 – спуск с горы. Плюс 7 по ровной дороге, мы поймем, что от села до города у нас получилось 13 километров. Ответ. Расстояние от села до города составляет 13 километров. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.